Едва с проезжей части сошел снег, как дорожные службы приступили к работе. Тем более за зиму ее накопилось предостаточно. Коммунальные службы очищают тротуары и мосты от грязи, красят столбы и остановочные павильоны. И, конечно же, занимаются ремонтом. Уже отремонтировано 5800 квадратных метров дорог ямочным способом. По предварительному прогнозу и анализу того, что мы проехали, нам еще ликвидировать аварийную ямочку предстоит на площади порядка 1200 квадратных метров. То есть у нас в подрядных организациях имеется на это холодная асфальтобетонная смесь и литая асфальтобетонная смесь. Ориентировочно где-то с 15-го и в период с 15 числа мы уже планируем поэтапно производить запуск асфальтобетонных заводов, которые будут работать на... ямочный ремонт будет выполняться при помощи горячего асфальтобетона. Проводят ямочный ремонт на дорогах Майнского района. Вместе с этим не забывают и о возможном паводке. Поэтому очисткой водопроводных труб занимаются наравне с дорожными работами. В Майне в этом году дополнительно установят 4 автобусных павильона, освещению пешеходных переходов и 76 дорожных знаков. 2018 год запланировано достаточно много работ. А именно, непосредственно две стройки. На автомобильной дороге Урьяно-Карлинская-Чуфарова, протяженность которой составит 2,4 километра. И вторая стройка, ремонт дороги, это у села Тагай в лесном массиве. В апреле-мае дорожные службы проводят большой весенний осмотр дорог. Все для определения участков, которые прежде всего нуждаются в ремонте. Одновременно с этим осматривают дороги, починенные в прошлом году. Они находятся на гарантии. И если асфальт, как говорят, сошел вместе со снегом, подрядчикам придется переделывать свою работу. Егор Цитов, Константин Никитин, Новости дня, Ульяновская правда.